Всем привет! Новый влог. Сегодня 8 марта. Поздравляю всех с 8 марта. Всех милых дам. Будьте счастливы. Иду на встречу с подругой, несу такой мини-презентик. Там масочки всякие, шарик, блядь, шоколадка. Уже захожу в метро. Сейчас будем с ней обмениваться подарочками, болтать, тусить. Короче, сегодня женский день. Мы поехали в центр Москвы отмечать, на Красную площадь. Было очень много народу, решили сходить в исторический музей, который правее, вот такой красный, это главный исторический музей. Там очень много интересных экспонатов. Я же давно, на самом деле, туда хотела. И вот в итоге выдалось время, чтобы там погулять, побродить, посмотреть нашу историю, прикоснуться, так сказать. В общем, мне понравилось. Кто будет в Москве, обязательно заглядывайте туда. Находится прямо на Красной площади. Билет типа на двоих, да, но один. Экономия бумаги. Кусочек античности исторического музея. Что это? Хранительница. Сказали нам, что здесь 35 залов. История от Древней Руси, от зачатков, лошади до 19 века. Сейчас пройдем 35 залов, посмотрим. Сегодня, кстати, идет акция. Два билета по цене одного, соответственно, если в будний день стоит 800 рублей, то сейчас за 800 рублей два билета. Наша история, ребята. Так, посмотрим, что здесь у нас какие-то картины висят. Два этажа нам предстоит обойти. Древнерусский город. Вот, смотрите, как красиво, здорово. Расписанные потолки. Где Васнецов расписывал даже. Не знаю, конечно, какой зал. Это нам работник музея подсказал. Очень красиво, здорово. Это вот ворота. Сигнатурские врата написано. Ой, тоже очень красиво. Находится прямо на Красной площади. Даже ворота нам сказали, иногда открывают на Красную площадь. Поэтому... Но крайне редко. Тоже очень красиво. Такие огромные окна. Естественный свет. Сегодня 8 марта, конечно, выходной день.
Очень много народу. Ну, в целом нормально. Походить, посмотреть можно. Тут уже зима посуда, бижутерия. 10-14 век. Потом еще в золотую комнату зайдем. Сказали, что все здесь оригиналы. Золотая кладовая. Подлинники. Смотри, как светится. Красивенько. Натуральные камни, натуральный металл. Здорово. Такая мозаика на полу. Давай, я тут решила. С креветочками. Такое, кстати, классное место на Никольской находится. Что-то наподобие депо. Здесь разные такие типа фудкорты, различная кухня. Вот я себе взяла рамен том-ям, турецкий кофеек с молоком и без сахара. Халва это с шоколадом и с манго. Здесь так цветочки. Уютненько. Шарики висят. Это здесь наливают у дедушки, по-моему, так называется. Это место вообще полный аншлаг там вообще. Но кухня очень прикольная. Это не обычный фудкорт, типа где там бургеры всякие, а такое с различной разной кухней. Греческая, тайская, китайская. И бургеры тоже есть. В общем, прикольно. Сейчас будем кушать. Подружка пошла себе что-то тоже взять. Вот, поэтому вот так отмечаем. Красота в Гуме. А это что, очередь за мороженым? Кайф. В такой погоде только мороженое есть. Значит, здесь мороженое самое клёвое. Ага, мне тоже нравится. Народу просто куча. Выходной, короче, в центре это толпы народа. Гастрономчик. Купаю Никуху. Да, Никош, скажи всех с праздником! Буду заканчивать уже этот влог. Сейчас буду купать ее, потом укладывать. И сами будем уже скоро укладывать, чтобы пораньше лечь. Завтра у нас сложный решающийся день. Поэтому нужны силы. Артём немного заболел.
Ну, я думаю, все хорошо будет. Ты переливаешь водичку, да, зайка? Переливай, да ты моя солнышко. А ты умница какая. Молодец. Молодец. Зайчик маленький. Буду уже заканчивать этот влог. Я ездила, когда с подружкой встречалась, выпрямляла волосы, но все равно он от шапки. Даже выпрямитель не помог. На улице такая метель, вообще ни разу не весна. Но хочу всех поздравить девушек, женщин с праздником, с нашим прекрасным таким днем. Весны, тепла вам всем, любви, живите, кайфуйте, отдыхайте, наслаждайтесь жизнью, с праздником. Буду заканчивать этот влог, поэтому всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.